картинки мне, как город очень нравится, очень чистый, очень ухоженный. Всегда проходят какие-то хорошие мероприятия и для взрослых, и для детей. Тут воздух приятный, вообще очень классный. Ну, и по паркам тоже очень классно гулять, деревья, просто наслаждаться видами. Химки – это самый замечательный город. Вот 30 регионов Московской области, а 10 регионов вошли в лучшую десятку. Химки вошли. Парк Толстого. Там так шикарно, дорожки сделаны. Очень комфортно, очень близко, все рядом. Миллион садов, миллион больниц, миллион всего вокруг. И, в общем, даже по большому счету машин не нужно. Я родилась в Химках и всю жизнь живу в Химках. Это практически мой родной город, и я вообще не хочу переезжать. Мне тут очень нравится. Хочется видеть его красивым, уютным, удобным для проживания, с хорошей транспортной системой, с хорошими спортивными сооружениями. Видно, что стараются о городе, какие-то посадки там делают для города, ну и разные мероприятия проводят. Я желаю городу оставаться таким же оживленным, ярким, и чтобы все было становилось лучше и лучше.